Сейчас я подойду. Немножко помогу. Так. Сюда, да, я так понимаю? Маша, остановись на табуреточку, ты маленькая. Так. Так, стой. О, уже выше всех, да? Маша. Так, давай. Давай, ручки сюда. Давай чуть-чуть сюда подвинь. Чтобы мы не сталкивались с лбами, да? Так, ну а что с учебой? Как дела обстоят? Кто учится уже? Расскажите. А? Да, Алиса, это я помню. А ты? Тоже в третьем? Так, а вы еще не учитесь, да, дети? Вы еще в садике, да? Не в каком классе, но учишься, да? Четыре урока? А какие уроки проходишь? Рисование, потом. Так. А, это какая-то подготовительная, да, школа? Раннего развития, да? Так, все. Все. Если немножко обтесть, уйти, ничего страшного. Бери ложечку, вот. Так. Подай. Берем ложечку. Так, ну одну ложечку, допустим, берем. И вот так вот размазываем. Смотри, как делают. Одну достаточно, больше не надо. Еще раз. У тебя достаточно, ты уже можешь все. Ну, пусть будет. Я придержу тарелку. Так, вот так вот, где-то две ложечки. Пальчиком можно. Так. Хорошо. Размазываем. Все. Вот тут не Машка, концы не трогай, вот так длину. Концы должны быть пустые, чтобы завернуть. Так, давай, что у нас тут? Так, это уже вылез. Силой разравниваю, не бойся. Так, там еще Ева, бери. А ты что хотела? Это ж яблочный штрудель у нас. Поэтому яблоки. Так. Сюда. Тихо, ничего не делаем. Так, есть такое дело, да? Так, теперь заворачиваем. Так, Ева еще у нас немножко, да? Давай. Не хотят яблоки, да? Убегают. Подожди. Убегают. Меня кто-то. Так. И теперь второй заворотик. Раз. Теперь за эти концы бери и сюда. Тихо. Ростя не так. До конца. Вот там. Подожди. Ага, вот прилип, да? Да? И заворачивай сюда. Ничего страшного. О, так. Ничего страшного. Залепим. Не сильно, не давись. Так. Есть у всех получилось? Давай. У Ростика свой взгляд, да? На кулинарии, да? Молодец. Так, есть. Ростя. Тихо. Можно вот так, сы, да? Так, ну что, теперь будем фотографироваться, да? Да? Фотосессия? Да, потом выпекать. Так, ну что, родители, приглашаю сюда. Дети заходят ко мне сюда за стол со своими блюдами. Да, я блюдо свое бери.